После долгого молчания по поводу инцидента, произошедшего 7 ноября, в одной из исправительно-трудовых колоний на севере Таджикистана, режим наконец сделал официальное заявление по этому поводу. Во время беспорядков в худжанской колонии номер 3, дробь 3, которые вспыхнули в ночь на 8 ноября, был обезврежен 21 бунтовщик, заявил министр иностранных дел Таджикистана Сераджидин Мухриддин, в Брюсселе 22 ноября на встрече глав внешнеполитических ведомств в формате Европейский союз-Центральная Азия охранники и сотрудники колонии призвали бунтовщиков к диалогу, но заключенные продолжали сопротивление. Несколько человек совершили попытку побега. 12 из убитых заключенных отбывали наказание за участие в боевых действиях в Сирии и Ираке на стороне ИГ. Трое были членами экстремистских групп Ансарулло, Джундулло и Исламского движения Узбекистана. Остальные шестеро были осуждены за совершение таких тяжких преступлений, как убийство и контрабанда наркотических средств в особо крупном размере, пояснил глава МИД Таджикистана. Следует отметить, что в результате подавления так называемого бунта, по различным данным, было убито более 50 заключенных. Данный факт в том числе подтвердила и радиозади, ссылаясь на некий список с именами убитых. Также стали известны причины бунта, то есть массовое неповиновение заключенных началось по причине жестокого обращения сотрудников колонии с одними из заключенных. Редакция Хабархо обратилась с просьбой прокомментировать, связанную с так называемым исламским следом, официальную версию властей к недавно освободившемуся из мест лишения свободы по имени Адил, отбывавшему срок по обвинению в ведении религиозной активности. Дела с соблюдением прав заключенных в исправительных учреждениях Таджикистана всегда были на очень низком уровне. Вернее, заключенный, кроме права получать передачи и свидания с родными, практически не имел больше никаких прав. Права заключенных по религиозным мотивам, начиная с 2011-2012 годов, начали ущемлять еще больше. Дошло до того, что в последнее время совершение утреннего намаза уже считалось нарушением и влекло за собой наказание. Несколько десятков заключенных за религиозные убеждения за последние пять лет были осуждены уже во время отбывания срока по сфабрикованным делам. Эту практику позаимствовали у соседнего Узбекистана. По поводу исламского следа в бунте в ИТК-3, то с самого начала было ясно, что наиболее оптимальный вариант для режима ⁇ это обвинить какие-то запрещенные группировки, и муссирование темы причастности ИГ к событиям оказалось на руку режиму, потому как это устраивает все международное сообщество, что в свою очередь позволит режиму спустить на тормозах расследование по установлению истинных причин возникновения бунта и виновных как и развяжет режиму руки в дальнейших действиях по устранению инакомыслия и предотвращению возрождения исламской сознательности в некоторых слоях общества под эгидой борьбы с терроризмом и экстремизмом. Сам факт назначения на должность начальника ГУИУН, бывшего зама председателя ГКНБ, говорит уже о многом. Напомним, 23 ноября Изатуло Шарифзада, замминистра юстиции и начальник Главного управления исполнения головных наказаний Таджикистана, был отправлен в отставку, а на его место начальником ГУИ ОН Минюста был назначен зампредседателя ГКНБ Таджикистана Мансурджон Умаров.